Списки кандидатов в райсоветы изменились. В ходе проверки обнаружились участники, аффилированные местным олигархическим группам, заявил глава региона Николай Меркушкин. Он прокомментировал сложившуюся ситуацию журналистам. Уже на начальном этапе эти группы влияния начали формирование своих фракций в будущих районных советах и в будущей городской думе. 14 человек из 568 кандидатов от партии «Единая Россия» были заменены. Есть вопросы и к участковым комиссиям, отметил губернатор. По его словам, не исключено, что и в них будут кадровые изменения. Делать так, чтобы кто-то в собственных абсолютно интересах, причем в интересах олигархической группы, формировал политику, и не только политику, но и в том числе все там вопросы, связанные с движением денег, этого не будет. Участковые комиссии сформированы тоже определенными группами. Там есть у нас вопросы, и не исключается, могут и там быть изменения, чтобы эти участковые комиссии не пытались работать в интересах определенных лиц. Не в интересах государства. Участковая комиссия должна работать абсолютно в интересах государства в соответствии с законом, а не в интересах конкретных каких-то лиц, которые их туда выдвинули, так же, как кандидатов пытались. Их они поддерживают, причем в разной форме. И, естественно, с них они требуют соответствующего результата для себя. Эта практика в стране была покончена с этой практикой в 2004 году, а у нас до сих пор это продолжалось.